А в Ненецком округе началась подготовка к предстоящим выборам. Накануне для председателя участковых избирательных комиссий прошел установочный семинар. Напомню, выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации. В основе успеха и легитимности выборов, безусловно, лежит грамотная работа всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий. В условиях постоянно меняющегося законодательства им необходимо знать все нюансы и тонкости. Поэтому сегодня в зале городской администрации проходит первый обучающий семинар. Регина Крекер, председатель участковой комиссии номер 52. Под ее руководством работают 9 человек. Все же меняется, законодательство меняется, и обязательно учеба должна быть. То есть пополнять знания. Обновлять все. Этот семинар проводится для председателей участковых избирательных комиссий. Затем каждый из них на своем участке проведет учебу уже для всех остальных членов. Это ежегодная практика, объясняет председатель избиркома номер 49 Наталья Устинова. Учеба, она всегда у нас проходит перед каждыми выборами, и она актуальна, потому что выборы бывают раз в год, и за год, естественно, знания немножечко забываются о именно выборах, и хочется освежить эти знания. То есть, может быть, какие-то изменения были в законодательстве, это тоже немаловажно, и настроиться на работу, которая предстоит осенью 2021 года. Это первый семинар. В планах окружного избиркома еще несколько подобных мероприятий для руководителей территориальных и участковых комиссий. Затем учеба на местах. Указ президента о назначении выборов мы ожидаем в ближайшие дни в соответствии с федеральным законом. До того, как выборы будут назначены, это первая наша встреча, первое такое установочное мероприятие. Мы будем обсуждать изменения в законодательстве, некоторые изменения в процедуре, некоторые новинки информационные, технические, которые будут применяться на этих выборах. Напомню, выборные кампании различного уровня пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Жители страны будут выбирать депутатов Государственной Думы, глав субъектов Федерации. Также пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти, местного самоуправления. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».